И людишки-глупцы клали камень на камень и возводили деревянную крышу. Пилы молотов терзают кожу благого дерева и смеются над древесным богом. И когда узнает об этом бог, насылает он на людишек-глупцов тварей своих. Нападают они на молотов, и их же пилами распиливают никчемную плоть их. И строят ему дом из их гниющих кож. Песня Трикстера, автор неизвестен. Какое-то время я злился на Кати после этой катавасии с тюрьмой. Но эй, нельзя же винить в том, что с ним сделали молот. Так что я решил отправиться за тем рогом, про который говорил Феликс. На самом деле, особенно выбирать не приходится, надо платить за жилье. А мой домовладелец еще более жесткий тип, чем молоты. Хорошо, что из карты понятно, где там вход. Плохо то, что не ясно, где же сам рог. Феликс успел немного поразнюхать, и пометки его говорят, что рог лежит в гробнице какой-то знати. Семейство Квинтов. Думаю, мне просто нужно как следует поискать. Феликс, как всегда, удружил, сказав, что в катакомбах водится нежить. Надо выяснить, где такой еретик, как я, может достать немного святой воды. Всегда нужно быть наготове. Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и это Вор, золотое издание. Итак, переходим к новому заданию. Судя по всему, из ролика мы узнали, что отправимся мы за рогом Квинта. Вот, вы говорили, что миссия такая же интересная, как тюрьма, и не менее сложная. Судя по ролику, короче, там сказали то, что будет нежить. Нам нужна святая вода по-любому. Так, давайте посмотрим задание для начала. Вниз в Бонхард. Сложность эксперт. Так, найди рог Квинта. Не Гвинта, а Квинта, как вы там поправили меня в комментах. Окей, укради драгоценный камень душа мистика. Окей. Грабь мертвецов. Набери добычи на 2000 монет. Укради драгоценный камень сердце мистика. Как только заполучишь то, зачем ты сюда пришел, выбирайся обратно на поверхность. Окей. Тут есть еще и карта. Семейство Гвинтов там туда-сюда. В принципе, смотри, карта небольшая, но ни черта из нее непонятно. Окей, давай посмотрим, что можно купить. Так. Стреляющее зелье у нас 3, я думаю, хватит. Меч есть, дубинка есть. Так, водяная стрела 12. Вот там нужно, наверное, водяные стрелы. Будет. Так, смотри, стрела с веревкой еще какая-то. Застрянет в деревянных поверхностях, развернет свисающую вниз веревку. В принципе, может пригодиться. Давай-ка, у нас ни одной, кстати, нет. Давай-ка. Ну, давай, наверное, 3 возьмем. Возьмем святой воды еще. Давай вот так все. И на остальное возьмем водных стрел. Окей. В принципе, я думаю, хватит. Надеюсь. Окей. Ну, начинаем. Итак, собственно, вот оно. Вот оно место. Так, карта не изменилась, да? Понятно. Так, погоди. Вход, возможно, не пройти. Знатные роды. А рог Квинта находится у какой-то знати, как сказал Гаррет. Смотри, я сюда могу пройти? Подняться? Да, смотри, могу. Какой-то склеп. Нет, мне туда не забраться. Мне туда не забраться, и ничего не открывается. Окей, ладно. Допустим. Опа. Зомбарь. Он живой? Да, живой. Так, я подходить не буду. Окей, что у нас? Нет, нет, не говори, что ты застрял. Я сюда могу вообще подняться? Да, смотри, я могу подняться. Есть тут что интересное? Здесь вот какой-то склеп. О! Первая наша находка. Ништяк. Ништяк. Так. Вот, собственно... Спуск в пещеры. Почему-то у меня не прыгнул он. Так, здесь что у нас? Бляха, смотри, какие стены, да, у них. Далековато идти.
Ну, не говори-ка, далековато. Так, смотри, можно спуститься вниз, но внизу блуждает зомби. Там что-то есть, походу. Так, а что здесь? Бляха, ты смотри, как же атмосферно все-таки, да? Как же круто. Так, ну я думаю, стоит, наверное, спуститься. А, он здесь один. Поэтому я думаю, наверное, я не буду. Так. Я не буду тратить святую воду на него. Я его просто вырублю. Блеха, я ногу чуть не сломал. Я его просто вырублю. Причем он еще и без руки, смотри. Блеха! Уже покоцал, короче. Уже покоцал. Так, это что такое? А, я думал, это что-то золотое, короче. Смотри, меч еще какой-то разломанный. Ладно. Хрен с ним. Блеха, здесь могу пройти. Блеха, он опять встал. А я могу эту гробницу это открыть? Нет? Окей. А здесь что? Эту гробницу могу открыть? Нет. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну-ка. Отлично, хоть пробежал. Я хоть могу пробежать. Ладно, сюда ход один только сюда. Идем. Пускай он там блуждает, короче. Я не буду его трогать. Так, куда тут идти-то вообще? Охренеть, смотри. Какой-то черт нарисован. Здесь какие-то... Здесь вообще вниз. Бляха, тут заблудиться можно. Так, а там зомбарь. Ну, он идет ко мне, да? Ну, я думаю, он меня из виду потеряет и не пойдет сюда. Здесь наверх, там вниз. Так. Ты кто? Труп. Труп? Он еще в зомби не превратился. Бляха, вот этот значок я где-то уже видел. В каких-то играх я уже видел этот знак. Кто видел, пишите в комментариях, в каких играх видели такой знак. Так, смотри, книга. С меня хватит. Если Феликс хочет остаться и быть убитым, то его дело. Но моя доля не настолько велика, чтобы я остался здесь еще хоть на минуту. Мы уже потеряли Дранка из-за этих проклятых зловонных буриков. И Маркус не смог перепрыгнуть через ту огромную расщелину. Бурики? Бурики это зомби, что ли? Так, наверное, утонул, а может разбился в дребезги. Я хотел было поискать его тело, но он нес часть добычи из плохо охраняемой могилы. Но, пожалуй, оно того не стоит. Потом на наших глазах Кассер был весь истыкан стрелами в хитроумной ловушке в одном из этих огромных восьмиугольных склепов. Не то чтобы мне было хоть каплю жаль этого ублюдка, но у меня нет ни малейшего желания закончить свою жизнь так же. Я уже и не надеюсь увидеть Феликса снова. Кажется, он уверен, что рук Квинта находится где-то к северу от склепов. Но думаю, это только его догадки. Я думал, что стоит изучить те странные X-образные пометки в туннелях буриков. Но Феликс сказал, что они к делу не относятся. Уж если он не сдохнет, то ловушек или зомби, то его прикончат бурики. А, нет, смотри, бурики это кто-то другие. Эти туннели просто кошмар. Хорошо, хоть большая часть наших меток осталась нетронута. Я почти выбрался, но нужно поспать. Думаю, место, что я подыскал, достаточно глухое и отдельное. И зомби... А, отдаленное. И зомби меня не найдут. Окей. Окей. Так, а это что? Свернутая постель. Окей. Ладно, в принципе, он нашел, короче, где поспать и уснул вечным сном. Так, сюда, здесь мне, в принципе, больше нечего делать, да? Эти штуки, они не взаимодействуют, не работают. Так, ладно. Смотри, вот это подсвечено. Нет, ничего. Окей, ладно. Бляха, смотри, поднялся все-таки. Упырь. Уходит. Так, ладно, теперь спускаемся вниз. Ого. Что завалено? Ого. Аларус.
Опа. О, исцеляющее зелье, неплохо. Но пока я не буду его пользоваться, потому что у меня пока хоть какая-то хилка есть, поэтому я не буду пользоваться. Жалко, что вот эти гробницы нельзя открыть. Было бы прикольно, знаешь, как расхититель гробниц. Смотри, какие статуи, непонятно. Это что за... Какой-то... Статуя какой-то мангуст, что ли? Или ленивца? Непонятно. Так, а с этой штукой я ничего не могу сделать, да? Это просто... Это просто, окей. Так, я спустился вот отсюда, да, получается? Значит, идем сюда. Смотри, здесь еще. Куда-то наверх. Ну-ка. А здесь что? А, да ладно. А вот так, да? Дырка. Опа. Смотри. Что это? Это сундук, что ли? Ключик нужен, видишь, нарисовано. Хм. Как туда попасть? Интересно. Девки пляшут. Так, окей. Теперь идем, получается, сюда наверх. Так, смотри, здесь. Опа. Смотри, священная. А это святая вода. Крутяк. Крутяк. Так. Ништяк. Так, откуда я пошел? Откуда я пришел? Чисто склепы, знаешь, такие. Ничего не лежит. Не зря пол выделяется. Я думаю, это ловушка. Отсюда что-нибудь вылетит. Вот я тебе говорю, смотри. Я просто проверю. Ах, я ж сказал, да? Я ж сказал. Так, а стрелы можно эти подобрать, которые он выстреливает, нет? Нет. Окей. Надо быть аккуратным. Здесь по-любому куча всяких ловушек. Вот эти статуи тоже какие-то. Смотри, может, ей что-то вставить надо? Эти статуи тоже какие-то, смотри. Тихо, ты кто? Это ты? Ой, ёпта! Тихо, 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 тихо. Тихо. Священная вода. Святая вода, святая вода. Сейчас я его укокошу, чтобы он не мешал. Сюда иди. Это смотри, это зомби, короче, этого. Как его? Мага. Было. Все, он больше нам не помешает, короче. Так, а ничего нет. Да аккуратно. Еще и молот. Вот, ничего не двигается, я не могу ничего двигать тут. Ладно, окей. В принципе, можно было туда не подходить, а просто спуститься. Ну ладно. Что за стрел-то? Так. Вижу зомбаря. Я сейчас просто взгляну. Там что-то он разбито. Здесь что? Какие-то чаши нарисованы. Блёха, тут проплыть можно. А там... Я просто нырну, посмотрю. Да? Есть... О, смотри, сколько ходов. Это просто жесть. Как так? И куда идти? Хрен поймешь. Смотри. Сундук. Отлично. Черепки ничего не берется, да?
допустим. Здесь зомби. Тихо, тихо, лежи, отдыхай, отдыхай. Бляха, встал. Так. В принципе, я думаю, что вот эта вода, она сейчас приведет меня туда, в соседнюю комнату. Хотя фиг его знает. Да. В принципе, она меня привела в соседнюю комнату. Но там был еще поворот. Сюда прямо. Это что за звук? Еще и вниз, смотри, спуск. Еще и здесь. Ага. Ага. Ловушка. Стопудово. Видишь дырки? И скелет рядом. Меня не обхитрить. Меня не... Зелье... Чего за зелье? Зелье скорости? Что это за зелье скорости? Так. Ну, в принципе, все, да? Так, ну, в принципе, вниз. Что за звук-то? Я не умею, короче, вот... Я уже раньше упоминал это, я не умею в старых играх нормально спускаться по лестнице. Все, получилось. Настолько криво сделано раньше было. Так, погоди, это кнопка. Это стопудово кнопка. Да, нажал. Нихера себе. Ты прикинь. Они со своими ловушками. Ух ты, грибочки. Со своими ловушками. Так, здесь что-нибудь есть? Могу забраться? Да, я могу здесь забраться, но здесь ни черта нет. Ладно, окей. Идем вглубь в пещеры. Грибочки. Грибочки могу взять? Нет. Пещеры такие, смотри, стены как будто из какого-то мяса, из какой-то плоти сделаны, да? Стрелочка, в смысле. Эта стрелка указывает выход или что? Так, ладно. Со стрелками потом разберемся. Кто-то есть, тихо. Ёпти мать, ты кто такой? Динозавр? В смысле? Так, погоди. Тихо, 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 тихо. А как с ним? А я могу его оглушить, нет? Погоди-ка. Нет. Ни хрена себе, он меня это... Он мне снял, короче, ХП. Так, попробуем с ним сразиться тогда. Сзади обойду. Леха. Он, короче, плюется какой-то херней. А ну иди сюда. А ну иди сюда. Да... Жесть, ты посмотри только, это что такое? Это мини-динозавр какой-то. Кровь. Так, ладно, что здесь? Здесь ничего. И оглушить их, в принципе, никак, да, получается? Да, стрелки, походу, показывают на выход. Смотри, можно сюда... Еще смотри, есть еще здесь. Офигеть. Ой, еще вниз куда-то. Там вода. Бляха. И как? Вот как? Может и... Бляха.
Давай я, короче, здесь сохранюсь и проверим, просто проверим. Если там будут какие-то туннели жесткие, то пойдем сначала... Так, здесь ничего нет. Просто посмотри, смотри. Здесь, смотри, проход куда-то. Охренеть. Тут куда-то. Так, раздолбанный зомби. Дырки. Ага. Вот это выделяется, значит, здесь... Здесь ловушки. Надо как-то, короче... Тихо-тихо. Вот так. Да! Бляха! Не посмотрел. Ладно, хорошо сохранился. Так. Ай. Нет. Тихо. Ну, первый раз хорошо получилось. Так, раз. Оп, два. Огненная стрела. Ого. Интересно. Ты отсюда меня убила? Труп. Здесь есть поесть. Иди. Я сразу сейчас захаваю. Отлично. Так, мешочек с добром. И какая-то записка. Я решил нырять. Если записи мои верны, то внизу подземелье, запечатанное несколько столетий назад, но недавно снова вскрытое буриками. А, вот это вот, вот эти вот штуки, это бурики? Нифига себе. Так, там должны быть припрятаны кристаллы огня. Они мне понадобятся для факелов, если я хочу получить душу мистика. Вот так вот, да? Вот так вот, да? Значит, вот эти вот огненные стрелы мне понадобятся для того, чтобы достать душу мистика. Понятно. Так, теперь надо выбираться обратно. Тихо-тихо. Окей, ладно. Сделаем вид, что вы не видели этого. Так, смотри. Раз уж я сюда упал... Ладно, я сохранился. Уже нам не вылезти. Там дальше в пещеры и потом посмотрим. Я надеюсь, мы выберемся отсюда туда. Если нет, то, увы, нет. Но я думаю, как-то предусмотрели, наверное, что мы сможем вернуться. Вот вообще, смотри, какие-то зеленые стены, как будто плесенью покрыты. В принципе, я вот одного бурика... А, ну смотри, мы... Вот они. Вот, мы выбрались, получается, да? И там два бурика. Бляха, а вот с двумя... Как-то будет, наверное... Ну-ка, а если я стрелами их? Я смогу убить их стрелами? Они, смотри, еще какой-то... Херней тут воняют. Бляха, 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 бляха. Ну как так-то? Стрелами, я думаю, буду долго их бить. Ну, сейчас проверим. Блин, он так скулит, смотри, да? Просто. Даже убивать не хочется. Но надо, Федя, надо.
Вы мне мешать будете. Вы мне будете мешать. Не надо так скулить, пожалуйста. Так. А я не докинул. Нет, я так долго буду. Надо попробовать, короче, спуститься и сразиться. Да в смысле спустился? Аккуратно спускайся. Гаррет. Ёпти мать, тебя что, не учили? Нет. Смотри, в принципе, они не бьют. Они только... Стой на месте. В принципе, они меня, смотри, теперь боятся. Я их, в принципе, могу, смотри, пугать. Они будут меня бояться вот так вот. И не трогать, видишь? Так что окей. Да, я в принципе, вот в эту пещеру пришел обратно. Там застрял, смотри. Ладно, я их убивать не буду, пускай они здесь колбасятся. Вот. Окей, давай-ка здесь сохранимся. Вот. Сохранимся и продолжим уже в следующей серии исследовать эти пещеры. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. И с вами был Валерий. Всем пока.